Основной объем дорожных работ в Нарьян-Маре планируется завершить до конца месяца. В округ уже завезено 84% материалов для строительства и ремонта дорог. До закрытия навигации ожидается еще 6 морских судов. Всего в этом году в регион доставляется около 100 тысяч тонн материалов для дорожных работ. Такую информацию в ходе оперативного совещания при главе региона сообщил руководитель Доремстроя Владимир Низев. Обсудили и другие важные вопросы. В ходе оперативного совещания при главе региона стало известно, что Северный завод вступил в завершающую стадию. В большинстве населенных пунктов региона доставка дров, угля и топлива уже завершена. Сейчас идет отгрузка угля в Усть-Каре и Варнаке. Следующий населенный пункт, который обеспечит топливом, — Каратайка. Напомню, доставка угля в эти сельские поселения была осложнена в связи со штормами на море. Мы подписали соглашение о смещении срока до 20 сентября. Ну, я думаю, что это реальные сроки, 20 сентября. А поставка топлива будет завершена. То, что касается теплоснабжения, все запущено. Ведутся завершающая работа. Мы плотно приступаем к направлению по теплоснабжению. Обсудили и вопросы труда и занятости. Возможность трудоустройства для безработных в Ненецком округе есть. Об этом заявила вице-губернатор Ненецкого округа, курирующая вопросы труда и занятости. Ниналь Семяшкина привела данные на 1 сентября. При 303 официально зарегистрированных безработных в региональном центре занятости предлагают 417 вакансий. Глава региона поручил руководителю департамента труда и соцзащиты провести полный анализ регионального рынка труда. Посмотрите, пожалуйста, занятость в разрезе наших муниципальных образований по всем. У вас должны быть данные по каждому работнику, хорошо? Да, занятость, такой анализ проведем. И заработная плата. Потому что по нашим показателям у нас очень высокая средняя заработная плата. По постоянным обращениям нет такого понимания. Да? То есть, кто получает эту среднюю? Хорошо? Да. В разрезе, значит, поселения, вплоть до каждого работника. Также в ходе губернаторской планерки отчитался главный дорожник Владимир Низев. Он доложил о том, что в ближайшие 2-3 недели планируется обеспечить транспортной доступностью новый жилой микрорайон в районе улицы Авиаторов. Завершается и строительство дорог в районе поселка Факел. А вот плановые сроки сдачи участка дороги в районе улицы Рыбников в этом сезоне пришлось сдвинуть. Там сейчас продолжаются работы по устройству основания и щебня для последующего асфальтирования и установка бордюрного камня. Владимир Низев отметил, что при строительстве всех участков дорог возникали сложности из-за недоработок в проектной документации и в связи с неблагоприятными метеоусловиями в течение всего сезона. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север».